И всем привет, друзья, с вами, как всегда, Профи. И сегодня мы будем... Извините, но сегодня мы будем играть... Дедран, вы, наверное, спросите, зачем? Никакой карты нету, зачем мне его играть? Мы будем играть потому... Я хочу просто показать вам весь скилл в Дедране. Да... Я, пацаны, не спрашивайте, почему я сейчас умер. Вы в курсе то, что вот эти лазеры, они уже довольно близко были? И я как нормальный человек просто сделал так. Эх, ну ладно, сейчас я поставлю запись. Я приостановлю, потому что... А почему же еще? Потому что сейчас просто, пока я здесь смотрю, наблюдаю, тут уже плохо все будет. Но ждать просто так странно. Ну ладно, я сейчас выключу запись, приостановлю. И мы увидимся. Пау-пау-пау. Я дебил. А зачем мне надо приостанавливать, если это так? Ясно, понятно. Зато приостанавливать не пришлось. Да. Да, блин. Зона-то идет. Спасибо, пацан. Он походу тоже знает, что надо делать. Когда? Ну мне прыжок же неудобный. Ладно. Вот мы уже на этой карте. На другой, потому что там, походу, лост раунд. Как это я без понятия, пацаны? Я конец вижу. Вот он. Только это черная линия, ну ладно. Что же все тут, блин, пройдется же? Я, кстати, вот такие вот люблю. Я вот на таких вот умею еще тайминги считать. То есть, когда вот человек прямо уже бежит, забегает в нее, я сразу нажимаю на кнопку, и я его просто могу поймать. На изи, пиз, лэмскую изи. Это было нормально. Все просто умерли. Срано. Ладно, пока. Я догоню. Ноу. А тут два. Ладно. О май. А, он еще там был. Хуй карбон. Ё-моё, я вам говорю. Вот блин, как я сейчас умер? Как? Вы, наверное, уже проголосовали то, что я нуб. Вот. Ну, вот тут. Ну, короче, вот тут. Ну, вы поняли, где отцу. Ладно. Ё-моё, я чуть по чехол чуть не уронил нафиг. Ладно. Я же забыл то, что их двое там. Да. Ну и вот у нас уже идет новый раунд. Почему не я? У меня стаминги все 100%. Ну или же ноль. Не, просто карты говно. Я не пойду! Не-не-не!
Ребят, сорян, просто ко мне еще зашли. Ну ладно. Да. Наконец-то! Правда, непонятно. Полетел. Вот еще один сейчас, наверное, полетит. Кстати, карта какая-то, по-моему, маленькая. Ладно. Карта реально маленькая. Ты сейчас одеял просто туда-сюда. О, спасибо, пацан. Но этот пацан тоже немного не понимает, что здесь надо делать. Пацан, походу, этого не знает. Правый это коллаж, а я не знал. Я вам не дам коллаж. Да-да. Наконец-то! Да. Уйди! Я вам же как написал. Заходите. Давайте, вы сможете. Ай! Пацаны, сорян. Ну ладно, вон, наверное, уже надоело эта карта, хотя... Я думаю, то, что мы что-то уже заканчивать, пацаны. Ладно, что ж. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Карбон. Всем удачи и всем пока.